Всех приветствую на моем канале Ламберджек. Это очередное прохождение игры Crysis. Мы с вами остановились на том, что нам надо уничтожить вторую ПВО. И мы остановились... это музыка. И мы остановились между ними как раз. Ну, точнее не между ними, а на пути к ним. Еще нам сказали, параллельно можно сделать вот эти задания, там где боесклад. Боекомплект, как оно правильно там называется. И я так вижу, что я, скорее всего, наверное, пойду через лес, да? Потому что я как-то... потому что я вот тут через блокпост пошел. Тут еще какой-то был ПО. Поэтому, наверное, так получилось, что мне придется все-таки сюда чухать. Ну ничего. Сделаем. Также... Переходи по ссылочкам вверху, чтобы посмотреть предыдущие серии. И не забывай поставить лайк, написать комментарий, подписаться на канал. Это очень поможет продвижению канала. И меня это мотивирует делать видео дальше. А мы продолжаем. Так. Но я не туда иду, я так понимаю. Я круг сделал. Ладно. Вот тут тропинка есть, если что. Сейчас мы по ней пойдем. Не забывай рассказывать, кстати, как твои дела. Заваривай чаюху, кстати говоря. Готовь похавать, ставь на паузу. Я подожду. Давай вот. Я стою, жду тебя, пока ты сделаешь чаек. Похавать. Все. Это я тебе давал время, чтобы ты паузу поставил. Ведь с чайком и печенькой намного интереснее смотреть. В теплых условиях. Дома. Так, я надеюсь, на меня сейчас не налетит 1000 корейцев, как они это любят делать. Я куда-то зашел. Там я ничего не вижу. Это чисто как мусорка, да? Так, тут ничего нету. Да не. А вот телек я возьму. Блин, пол экрана себе загородил, нихера не видно. Так, этот... Вот тут где-то первый. Ладно, хер с ним, я его выкину. Потеряй. Мы не пизда. Разберись с ними, я буду тебя прикрывать. О. Так, ну пока я никого не вижу. Их там парочка, по-моему, да? Что я сделал? Ой, а куда я провалился? Я что-то ее не видел.
найду тебя, урод! Обалдеть! Тут-то два прохода я вижу. Вот это так находочка. Я надеюсь, я долго могу дышать. Будет сюрприз. Нет, сюда нельзя. И вот так сделаем. Ну так тоже можно. Где? Я не вижу. И сзади. Надо вот здесь место освободить, чтобы... Ты что, еще жив? Ага, поздно. Так, перезарядиться надо. Я его не вижу. Боесклад вот как раз вот здесь. Где-то рядышком. Он, наверное, внутри, да? Вот он. Вот, вот это мне надо. Теперь вопрос, он наверху или он внизу? Скорее всего, наверху. Значит, погнали. Наверх. Я думал, это по мне. Так, не, патроны у меня есть, мне бы гранаты еще. Ну что, прям на самом верху? Я вообще туда зашел. Я не помню, он говорил под землей или не под землей. Вот еще. Да не, нифига тут не вижу. Или само вот это вот все. Хорошо, с третьей попытки. Наверное, мне наверх все-таки туда надо.
Вот сюда. В чем я, конечно, не особо уверен. Потому что я не пойму. Что, куда мне? Как мне? Боекомплект, что он мне даст? Сейчас оба из-за тебя погибнем. А что ты предлагаешь? Вот эту штуку уничтожить? Я не пойму, дядя, что ты от меня хочешь. Куда я хоть поднимусь? Ладно. Давай пойдем прямо дальше. Куда он смотрит? Есть предположение, что эту тут херню надо уничтожить. Хорошая идея, конечно, возле бочки стоять взрывной, которая взрывается. Где еще один? Или это вот это, наверное? Так, хорошо. Скорее всего, она. Но у меня взрывчатка. Хотя стоп. Нет, не работает. Я в какой-то момент забыл, как кидать гранаты, а у меня их нету, оказывается. Щипать их тут. Хорошо. Сделаем тогда старым методом, как мы это и делали. Сейчас. До этого. Только не знаю, зачем я это сделал, с какой целью. Просто тьма тьмущая. Ой, что я делаю? Вот он говорит, будет склад есть. Ну и что дальше? Я уже тут почти всех корейцев поперебивал. Ну, есть склад. Ну, куда мне? Что мне? Я не понимаю. Взорвать надо. Что мне сделать? Вот это ты имеешь в виду? То есть я зря все это время просто ходил и не знал, что делать?
Или его типа взорвать надо, я фиг его. О, взрывчатка. Кстати. Как вариант. Даже не то, что как вариант, а как нужная вещь. Сейчас как жахнет. Не знаю, правильно, неправильно, я понял. Ладно, короче, я понял, это скорее всего надолго, потому что... А, вот еще боесклад есть. Гранаты, гранаты, гранаты. Я ж подобрал гранаты. Почему у меня нет... Не отсвечивается, что я подобрал гранаты. Как они у меня там меняются? Нет, это не то. Вот они как меняются. Но это не взрывчатки. Это не именно то, что взрывается. Хорошо, пошли туда. Ну вот что-то плохо ты его прикрываешь. Точнее, меня прикрываешь. Маскировка активирована. А он что, все уже? Максимум брони. Можно на коллиматор не возвращать. А. Вот, вот. А, это дымовая. Ёпты! Ну, дядя, ты очень плохо прикрываешь меня. Ты улёгся? Улёгся. Взрывается, к сожалению. Вот тут еще дядя где-то есть. Скорее всего, за этими. Не знаю, пройду я так, пройду. Это есть хорошо. Так, ну он будет в ту сторону, скорее всего, калашматить. А я могу зайти с этой стороны, видимо, да? По-моему, меня обходят. Или что-то взорвалось. Ой-ой-ой-ой.
Мне нужна лестница. Потеряй. Куда-то зашел. Я пока никого не вижу, что меня радует. Так, хорошо, что у нас тут есть, пока они не прибежали, если что я их услышу, если я тут вообще что-то могу еще взять. Вообще ничего не вижу. Готов. Что он меня тут подглючивать начал немножечко. О, вот он где. Вот оно где все лежит. Честно говоря, я бы вот это вот выстрелил бы. Что оно у меня так? Так, здравствуйте, Новый год. Вот теперь можно забрать. Нет. Плохая идея. Зажигательные боеприпасы. Ага. Больше нету для калашмата оружия, точнее патронов. Так, ну хорошо. Ну хорошо, боесклад есть. Что мне с ним надо сделать? Уничтожить установку ПВО. Дополнительное событие. А, дополнительное. Соберите данные корейской армии. Уничтожьте все установки ПВО. Короче, ладно, все, пошли на ПВО. Я, в принципе, так насобирал. Так, если я переплыву. Это будет долго, если я буду пешедралом идти. А пока я буду пешедралом туда идти или плыть, ты не забывай поставить лайк. Пока есть время, поставьте лайк, напишите комментарий, подпишитесь на канал. Так. Где тут вход был? Но люк меня, конечно, вообще удивил. Что это, снег? А, это песок. Он как снег выглядел. Что за звуки?
Так, просто интересно. Я смогу, если чё. Не на возвышенности. Находится. Смогу туда добраться, если я сейчас вот так пешочком. Кратчайшим путем оттуда. Так, я забыл, как гранаты меняются. Нет, это не то. Все, я вспомнил. Главное, в следующий раз не забыть. А, ля, могу. Ты смотри. Вот и оно как раз. Маскировка активирована. Командир, это Гриф-16, мы на месте. Начинаем высадку десанта во втором секторе, отбой. Номад, я занял позицию. И какой же у нас план, псих? Я осмотрел гавань. У них тут стоит крейсер, набитый электроникой. Он и глушит спутники. Если ты с ним разберешься, мы сможем ударить с воздуха. Ебать, да. Уничтожьте генератор помех. Куда мне? Ага. Где ты раньше был? Так, давай вот так. Дядя, успокойся. Блин. Я слишком уверенно бежал туда. Недостаточно энергии. Так, я сейчас тогда вот в это здание залезу. Тут как раз есть боекомплекты. Ну, как боекомплекты. Так, пулемет только в этой стороне, да? Так. Или они прогружаются по мере моего как это правильно сказать? Прихода. Давай вот так. Раздраконим их. Не, не драконятся. Блять! Ну если что, я могу сюда забежать, да? Да, есть. Давай тогда вот тут через задний вход попробуем зайти. Блять! Сука! Выдвигайся. Ёп! Так. Сейчас я вам сделаю сюрприз. Сюрприз.
Так, хорошо. Есть кто еще? Ага, есть. Сейчас, секундочку. Так будет чуть быстрее. Все, приехали. Доигрались. Вроде я никого больше не вижу, да? Одно тело я вижу. Вот где-то меня гасят, вижу. Это опять вертолеты? Максимум скорости. Максимум брони. Блин, там еще идут. А, это вертолет тот же. Как понять? Максимум скорости. Ща мы еще раз сделаем. Так, а где у нас, по-моему, наверху было, да? Я надеюсь, не помню, здесь или там. Внизу, по-моему. А, все, я вспомнил. Я вспомнил, где все, все, все. Вот здесь. Я уже и забыл, если честно. Так. Вот это мне тоже пригодится. Бля, оно даже падает передо мной. Где наш враг? С какой стороны? Я его не вижу. А он меня видит. Сейчас. Вот очень неудобно. Готово. Вот вертолета мне не хватало. Все, на крейсер. Спасибо, хоть игра не заглючила. Вот где-то я его тут увидел. Ложись.
сюда надо было. А, вот еще были. Где? Наверху, скорее всего. Убрал. Ля, тут их много. Так, ну и как ты мне предлагаешь на этот крейсер попасть? Переплыть, скорее всего, или перепрыгнуть, наверное. Ага, да. Сейчас перепрыгнем. Максимум силы. Номер, видишь антенну на рубке крейсера? Попробуй попасть на борт и отключить ее. Ну я на борту. Сейчас надо. Я же говорю, что китайцы по-любому еще тут будут. Так, вот здесь. Никого? Найди пульт управления. Нашел. Вот и все. Они остались без ПВО. А теперь подсвети лазером этот крейсер и любуйся фейерверком. Мне просто интересно, тут еще что-то есть или нет. Ладно, все, я понял. Валим отсюда, потому что... Если я сейчас наведу, оно жахнет. Давайте сейчас так на крышу еще, наверное. Блять, прям в воду. Ну, на счастье есть лестница. Сейчас мы заберемся наверх, наверное. Так, доступен авиаудар. Используйте бинокль для выбора цели. Как мне бинокль использовать, я не помню. Опа, ракетка. Ох, ох. Красотища-то какое. Молодчина, Нама. Сюда подходят транспортники с танками. Не подпускай авиацию корейцев, пока они не сели. Отбой. Прям как крейсер Москва. Так, зеленая точечка. Твою мать, ну как вы достали? Все, готов. Еще шут. А, все. Блин, меня что-то придавило. Ну, сейчас мы покажем дома. Танки уже входят в гавань. Встречаемся в железнодорожном тоннеле. Это наши? Но они не отмечены, значит наши.
здесь. Что у нас тут интересного? Ну-ка, лошматы пригодились. Мы идем дальше в долину. Возьмите один из танков и следуйте за колонной в тоннель. Ты ведь умеешь управлять этой штукой, так? Да, сэр. Псих! У штаба есть для тебя задание. Иди на подмогу к группе Альфа. Тебя ждет лейтенант Купер. Я займусь, босс. Береги себя, Номан. Когда все закончится, с меня пиво. Бай! Шарахни по входу в тоннель и продолжим путь дорогу. Ух, ё! В точку! Так, теперь покатили в долину. Устроим теплый прием генералу Кхону. Я тоже на танк хочу. Найди майора Стрикланда. Да ёпты! Я только возродился. Псих! У штаба есть для тебя задание. Иди на подмогу к группе Альфа. Тебя ждет лейтенант Купер. Я займусь, босс. Береги себя, Номан. Когда все закончится, с меня пиво. Бай! Шарахни по входу в тоннель и продолжим путь дорогу. Так, ну я надеюсь, в меня сейчас ничего не попадет. В точку. Так, теперь покатили в долину. Устроим теплый прием генералу Кхону. Выступаем в направлении шахты. Повторяю, цель шахта. Будьте внимательны. Впереди бронетехника. Диспетчер, это Стрикленд. Как насчет поддержки с воздуха? Прием. Никак нет, сэр. Воздушные пространства пока не под контролем. Авиация занята более важными целями. Поддержки не будет до особого распоряжения. Понял. Придется разбираться самим. Внимание всем! Это майор Стрикленд! Авиации не будет! Наступление по плану Альфа! Вперед, вперед, вперед! Ну, ребятки... Первая линия обороны, укрепление на станции! Все, ты прекратил пиздеть? Заебал уже. Ну что, ребятки, в следующих сериях мы будем тогда кататься на танке. Вот. Ой, что я нажал? А, во, на борт, сбоку. Ну что, ребятки. В следующих сериях продолжим. Вот, я при вас сохраняю. И в следующих сериях продолжим. Не забывай поставить лайк, написать комментарий. Подписываться и переходить по ссылочкам, чтобы посмотреть предыдущие серии. Все, всем спасибо, всем пока, всем удачи.